нас вон еще цветы цветут. И ромашки даже вылезли в саду. Вот тебе и зима. Всем большой привет! Мы начинаем наш новый влог. И мы с Сашей на улице. Мой маленький пират творит чудеса. Лазит на деревья. Осторожно, упадешь. На улице не холодно, но влажно. А он ищет улиток. Саш, ты ищешь улиток? Осторожно, ты дерево сломаешь. Здоровяка. Вот, смотри, что натворил. Девчонки, хотела показать вам очень классную помаду. Это Liquid Matte Lipstick от Serge Louis Avary. Я вам уже не раз показывала эту марку. Недавно показывала тенюшки для бровей, кисточку. И мне прислали помаду. И это просто бомба. Я в нее влюбилась с первого нанесения. Эта помада матовая в виде блеска. Сейчас мы с вами ее откроем и посмотрим. Я вышла на террасу, чтобы показать вам поточнее цвет. Она идет вот в такой коробочке. Мне очень нравится. Здесь Serge Louis Avary, Créateur. Хранение 6 месяцев. И открываем. Посмотрите, какая красота. Увядшая роза. Или старая роза, чайная роза, вьё розы по-французски. Посмотрите, как красиво она ложится. Просто классная. Она застывает на губах, можно манипулировать ей несколько минут, а потом она застывает и очень-очень хорошо держится. И практически не сушит губы. Понравилось мне. Очень сильная. Я оставлю все сноски в инфобоксе. И у меня номер 21. Называется Роб. Так что всем советую такие помадки. Они не бюджетные, но очень классные. С удовольствием буду ей пользоваться. Serge Louis Avary. Les lèvres couleur et volume. То есть они придают губам как бы цвет и объем. Вот сейчас она на мне на губах. Это после... Нанесла ее с утра. После еды, нескольких перекусов. И посмотрите, держится до сих пор. Конечно, цвет немножко съелся. Но как-то он так сходит очень красиво, аккуратно. Поэтому, да, мне очень нравится. Ну, раз уж речь пошла о косметике, давайте покажу вам еще одну новинку. Это продукт от Kiko Milano. Так произносится по-французски. Kiko Milano. Это тушь. Мне нужна была тушь. И у меня появилась вот такая от Kiko Ultra Take Plus. Сейчас мы ее откроем. И я покажу, как она выглядит. Смотрите, какая крутая упаковка, на мой взгляд. Очень стильная. Вот Kiko молодцы. Они прям делают люксовую упаковку. Это черная тушь. Она лаконичная, она минималистичная. И... очень красиво сделала. Мне очень нравится. Напишите, кто пользуется Kiko Milano. Как вам эта косметика, как ее упаковки. Я в последнее время очень даже уважаю. Девчонки, у нее очень интересная изогнутая кисточка. Надеюсь, что вам видно. И такие разные ворсинки. Это не силиконовая кисточка, а по-моему, ну вот какая-то она не силиконовая. И предназначена она для того, чтобы удлинять реснички, делать их более, так, фокус-фокус, делать их более разделенными и придавать такой эффект веера. В общем, вы можете пользоваться одной стороной для того, чтобы удлинять, и другой, чтобы они становились гуще. Я пока тестирую,
Первый раз она легла хорошо, без комочков. И да, на самом деле удлиняет, но у меня ресницы совсем коротенькие, не густые, поэтому такого вот эффекта вау я не вижу. Но самое главное для меня, чтобы она не обсыпалась и хорошо держалась. Пока я довольна. Пишите мне, у кого есть туши от Кика, как они вам? Может быть, попробовать какую-то другую. Стоит она у нас 9,95. Думаю, что за такую цену даже очень ничего. Кто-то недавно в Инстаграме спросил у меня, какой на самом деле цвет волос сейчас. И вот вчера я сделала себе милирование. Сейчас показываю вам, надеюсь, что видно поближе, вот такие прядки. Вот так это выглядит. То есть у меня такое милирование, колорирование, и свой цвет волос, и более светлое от того, что осталось, и более темное. Пока будет так, это еще не конечный результат, но мне достаточно нравится. Не знаю, как вам, напишите. Я довольна результатом. На днях мне пришел подарок от онлайн-магазина Happiness Boutique, и это украшение. Я хотела с вами поделиться, показать вам, что я выбрала. Это бутик, который находится в Германии, в Берлине, и занимается производством различных украшений. У них на сайте вы можете найти различные украшения, и сережки, и кольца, и браслеты. Я очень люблю минималистический стиль. Вы это знаете, поэтому, когда они мне предложили посотрудничать с ними, я выбрала себе колье. И мне очень нравится, здесь такие украшения, они тонкие, очень тенденс, как говорят французы, в тренде. И я с удовольствием буду носить такие украшения. Я искала одну модель, которую увидела на французской блогерше, и давно ее искала, никак не могла найти. То есть могла, ну, то расцветка не та, то что-то не так. И сейчас я вам покажу обязательно, как она выглядит. И вот она, эта модель. Выглядит она вот так. Я знаю, что не всем она понравится, но сейчас во Франции это тренды. Такие колье, как бы изогнутый рог. Они бывают и длинные, и короткие, и маленькие, и большие. Я выбрала, это не серебро, но металл под серебро, и стоит всего 15,90. Оно длинное. Достаточно. Сейчас мы его откроем с вами и померяем. Все сноски на этот бутик, Happiness Boutique, будут в инфобоксе. Так что заходите, посмотрите. Можете выбирать здесь подарки. Ну, вообще, кто любит тренды, кто любит вот современные украшения. Вот посмотрите, украшения в виде половинки лица. Можно носить на одну сережку, можно несколько. Такие кольца я очень люблю, которые как бы из двух частей состоят. В общем, очень классные украшения. Я обязательно буду смотреть что-то еще на этом сайте, на подарки, и себе почему нет. А сейчас будем открывать мою, наверное, вы не видите, коробочку, и посмотрим, что там. У нас уже вечереет, поэтому я ищу, где побольше света. Итак, подарочная упаковка очень достаточно, на мой взгляд, красивая. Вы можете подарить без всяких проблем. Найдете пакетик какой-нибудь, а может быть, у них даже можно на сайте заказать, посмотрите. Состоит из коробочки, также вот такая красивая бумага. Все очень хорошо запаковано. Идет пакетик, такой, знаете, который трещит, чтобы не повредилось украшение. Карточка, была также гарантия и фактура. Поэтому доставка была достаточно быстрая. Я довольна. Я очень люблю длинные украшения. Я люблю их надевать по несколько. Более короткая, например, какую-то жемчужинку или, как вам сказать, маленький
бриллиантик и потом украшение длинное. Летом с белыми футболками, также с белыми рубашками, со свитерами это смотрится очень стильно. Ну что, пойдемте мерить. Вот так это смотрится. По-моему, достаточно оригинально. Это на самую длинную. Вообще, я думала, что будет подлиннее. Ну, ничего, мне нравится. Я не знаю, что обозначает этот знак. Нужно бы было посмотреть. Но, в принципе, мне нравится. Сейчас на мне вот такой кардиган, совсем тонкий. И топик. Я люблю такие топики, простые, черные. В общем, думаю, что с удовольствием буду носить. Переходите на этот сайт, смотрите. И да, почему нет. Всем привет, мои хорошие. У нас сегодня утро, четверг, 7:37. Я уже подняла Сашу, он умылся, оделся, завтракает. Он спустился вниз, потому что бабушка сегодня тоже рано встает. Хотел позавтракать с бабушкой. И у меня уже работает машинка с утра. Я забрасываю белье. И также буду доставать все, что готовлю. Сегодня буду делать лосось в кокосовом молоке. Он сейчас разморозится, как прибегу из школы, сразу поставлю его в печку. Саша заказал кордон блю. Это такая курица с сыром в панировке. Ну, посмотрю, я ему разморожу. Ну, попробую дать лосось. Или лосось ему вечером дам с... Знаете, с чем? Бле-бле-бле по-русски это не... Господи, не отруби, а как это сказать-то? Перловка, вот, перловка. В общем, с утра у меня такие сразу же приготовления к обеду. Всем желаю отличного дня. Наконец-то я села. Обед в печке. Саша в школе. У меня осталось несколько минут, чтобы с вами поболтать и показать вам новинки. У меня получается такой влог-хоу. Так что, кому интересно, то оставайтесь со мной. Покажу вам новую коробочку январскую Prescription Lab, что они там мне отправили. Также, может быть, покажу новинки. А вот одна из новинок – это мои тапки. Я обожаю, девчонки, такие тапки. Я понимаю, что не во всех регионах, не во всех странах такие тапки будут актуальны, потому что у кого очень жарко, невозможно носить дома. Есть кто ходит босиком, подогреваются полыны. У нас во Франции в частном доме я уже не раз объясняла, что достаточно прохладно, поэтому мы утепляемся. И вот эти тапочки – это от марки GMO. Это такие сеть магазинов недорогие во Франции. Иногда я покупаю в Итан, но там дороже. Они где-то 20 евро, эти 12. Поэтому, так как я стираю их постоянно, они выходят из строя, мне приходится заменять их. В общем, кому интересно, там очень много моделей. Сейчас начались скидки. Загляните. Разные-разные. Я обожаю их. И мне также пришла коробочка от Prescription Lab. Во-первых, мне нравится стиль. В этом месяце они прислали, она белая с черным. Это мое. Посмотрим, какое же там наполнение. В этот раз не холщовый мешочек, а мешочек из, скажите мне, из бумаги. Идет всегда... Нет, это другая открытка, Саша, сюда. Идет журнал со всеми тенденциями, со всем, что можно увидеть в этой коробочке. Описаны все продукты, также интервью со знаменитостями. И посмотрим. Во-первых, вот такое масло от марки Algology. Это французская марка, насколько я поняла, да, Made in France. И здесь ингредиенты Мертвого моря. Это масло, которое набирается
Во-первых, упаковка очень классная. Вы берете несколько капелек, растираете в руках, добавляете или в маски, можно в тональные крема, можно делать массаж лица, можно просто делать как маску. Я люблю добавлять в маски. В общем, осторожно, чтобы не забивать поры, но она достаточно легкая и полноразмерная версия. Я посмотрю, сколько стоит на их сайте вот это масло, так как за всю коробочку я плачу 19,90, а продукты очень дорогие сюда кладутся. Также известная Le Crème Concentré от марки Embryolis. Это такая известная штучка для, скажите мне, для кого? Для визажистов. Оно наносится как база под макияж, выравнивает лицо. У меня уже как-то было, это миниатюрка, и проблема в том, что здесь добавлен протеин сои. А у меня аллергия на сою, поэтому мне нужно попробовать. Боюсь, что не смогу им пользоваться. Но продукт классный. И также была маска. Это маска с черной глиной и углем. Ну, она ложится достаточно... Здесь добавлены, видно, масла, то есть она не засыхает на лице, не подсыхает. Она достаточно такая кремообразная и очень хорошо очищает, я уже пробовала. Но осторожней, потому что вид у вас такой, знаете, как будто вы вылезли из трубы камина. Муж у меня испугался, но эффект классный. Он очищает поры, подтягивает. В общем, с удовольствием буду пользоваться. Такая полноразмерная версия. И вот это вот была... коробочка январская. В следующей коробке будет, по-моему, вообще там крем от De La Mer, как я поняла, если не ошибаюсь. Поэтому я жду с нетерпением. Ну вот, мои хорошие, я буду заканчивать мой влог. Я вас всех целую, обнимаю. И до встречи на моем канале. Подписывайтесь, кнопка внизу, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на Инстаграм. Я всегда рада новым друзьям. Всех целую. Ваша Светлана Франция. Всем пока.